Рабочие готовят площадку под будущие дома хищников. Строительство начнется на следующей неделе, и до конца года животные справят новоселье. Во всяком случае, так планирует Центр живой природы. У хищников появится собственная столовая, больница и роддом. Но самое главное, новые вольеры будут большими. Сотрудники зоопарка посчитали, что тиграм и львам станет вольготнее почти в 5 раз. Прежде всего, это площадь. Это когда животное может более свободно двигаться, когда для него можно сделать какие-то игрушки. Городок, да, такой спортивный, своеобразный, можно сделать, чтобы животное чувствовало себя более комфортно, более свободно.